Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть на моем уроке. Сегодня я бы хотела вам показать, что такое японский мисо-суп. Может быть, кто-нибудь знает, что такое мисо-суп? Кто-то знает, что такое мисо-суп? Поднимите руку. Так, Денис. Это суп с мясом. А эта картинка, это не мисо-суп. А еще башир хотел сказать. Мисо-суп – это суп, который в большей части состоит из тофу. Да, очень много супов, которые очень много мисо-супов, которые добавляют тофу. Да. Но основа – это мисо. Кто-то еще может сказать, что такое мисо-суп? Ладно. Мисо-суп готовится в таких маленьких тарелочках. Кушаем мы мисо-суп хашими. Это японский прибор для еды. Палочки. Держим мы хаши. Верхнюю хаши мы держим как ручку. Всовываем вторую между первым пальцем и вторым. Попробуйте и используйте ближайшие ручки. Или карандаши. У кого получилось, поднимите руку. Держим как ручку и всовываем вторую. Мы двигаем только верхний, а нижняя стоит на одном месте. Теперь я бы хотела объяснить, из чего готовится мисо-суп. Если вы хотите быстро приготовить мисо-суп, вначале мы в горячую воду мы добавляем мисо и основу. К примеру, жареное тофу. Кто знает, что такое тофу? Это рис? Нет, это не рис. Тофу – это такая зеленая штука? Нет. Тофу. Башир. Да, башир на блочку. Тофу – это такой сыр. Это сыр, да, из бобов. Который я показывала вам на предыдущем уроке. Соя. Коричневые бобы. Жареное с тофу. Просто тофу. Зеленый лук, либо морская капуста.
и мешаем с мисо, и получается мисо-суп. Столько мисо рассчитано на одну такую тарелку. А, Ирина, а что, собственно, такое, ну, что само по себе мисо, вот это слово, оно что означает? Мисо, я показывала на прошлом уроке, это соус, сделанный из сои. А, это соус специально для такого супа, да? Да. Угу, спасибо. Вот, это целая коробка. Угу, то есть он такой вот продается готовый, да? А. Да. А, угу, спасибо. А если вы хотите приготовить, как готовят японцы, то вы должны... У нас есть сушеная рыба и другой вид морской капусты. Мы готовим воду, обычную не горячую воду, вот какие у нас сушеная рыба. Кладем сушеную рыбу и морскую капусту в воду. И оставляем на 30 минут, либо больше. Мы замачиваем капусту и рыбу. Потом мы включаем воду и ждем, пока вода закипит. Когда вода закипит, вы можете добавить дайкон. Это японская редиска под названием дайкон. Либо морковку, либо блокри. В конце вы можете добавить, а вы должны добавить мисо. Некоторые добавляют тофу. И в конце можно добавить это сушеная морская капуста и другие продукты. Здесь написано, как готовить мисо-суп. Еще можно добавить прозрачная лапша. Название харисаме. Вы еще можете добавить это морская капуста, сушеная морская капуста. Далее я бы хотела вам показать еще одно японское блюдо никудзяка. Никудзяка – это жареная картошка с морковкой, то есть вареная. Давайте прочитаем эту книгу. Кто может прочитать книгу? Поднимите руку. Башир. Можно спросить, а на каком языке эта книга? Это на японском языке. Тогда нет. У нас занятие японским, да, поэтому японский. Арина, ты имеешь в виду прочитать заглавие? Да? Потому что мы не будем всю книгу читать? Или будем? Всю книгу, потому что здесь очень мало предложений. А, ясно. Здесь только слова. Ага, у нас еще Денис вызвался, мне кажется, он справится. Денис. Денис. Сейчас он включит микрофончик. Никудзяка.
Кыджага. Это название этого блюда. Никыджага. Никыджага. Никы – это мясо, джага – это, короче, прозвище джагаймо – картошка. Картошка. Денис, всю книгу. Хорошо. И так он... Итоконьяку. Хорошо. Никы – это мясо. Итоконьяку – это тонко порезанный коньяк. Коньяк – это овощ. В Японии это овощ. Читай. Джагаймо о киримас. Хорошо. Картошка. Режем картошку. Джагаймо. Режем картошку. Киримас. Читай. Джагаймо о киримас. Нин-джин во киримас. Хорошо. Нин-джин во киримас. Морковь. Режем морковь. Читай. Таманеги во киримас. Таманеги во киримас. Лук. Режем лук. Таманеги во киримас. Денис, не надо перевод, только читай. Хорошо. А читай дальше. Таманеги во киримас. Ясай во нимас. Аджи во цукемас. Хорошо. Ясай во нимас. Аджи во цукемас. Варим овощи и добавляем соевый соус. Читай дальше. Да, читай дальше. Аджиотскемас. Видишь картинку? Никола и Ремас. Да. Никола и Ремас. Нимас. Хорошо. Никола и Ремас. Нимас. Кладем мясо. Варим. Читай. Никола и Ремас. Нимас. Так, ты видишь три строчки предложения?
У вас поменялась картинка? Да. 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 Так, декиагари ойши никаджага га декимашта. Последняя страница, вы видите? Да. Ладно. Получилось. Получилось очень вкусное никаджага. Хорошо. Так, давайте на всякий случай повторим хирогану. Кто может прочитать эту половину? Башир, попробуешь? А можно спросить, что это? Это хирогана, японская азбука. А, я так понимаю, я вижу, да, перевод? Ты видишь, как читать, да. Попробуем. Та. Со. А. А. А, Башир, в Японии читай сверху вниз, слева, справа налево. Ой, прости, слева направо. Так, А, И, И. Су, ту, су, ку, у. Все. Хорошо. Так. А, И, И, Э, О, Ка, Ки, К. Ке, ко, са, си, сы, се, со. Та, чи, цы, те, то. На, ни, ны, не, но. Теперь прочитаем слова, которые написаны под буквами. Кто может прочитать слова? Поднимите руку. Денис. Денис. Уши. Хорошо. Эби. Ом. Хорошо. Каме кирин. Куагата. Кейто. Кой. Хорошо.
семи соба. А подожди, так. Сай, где сай? Носорог. Наверху. Бумаги наверху. Здесь видишь мышку? Да. Что сай. Это? Шимаума. Сузуму семи соба. Хорошо, просто не сузуму, а сузуме. Это воробей. Сузуме. Тако. Чикуа. Смики. Те букуро. Томпо. Томпо. Томбо. Томбо. Насы. Нинджин. Нинджин. Нуно. Неко. Но. Но. Нокогири. Хорошо. Так. А. Ахиру. И. Ину. У. Уши. Э. Эби. О, ом. Ка, каме. Ки, кирин. К, кувагата. Ке, кейто. Ко, кой. Са, сай. Ши, шимаума. Су, сузуме. Се, семи. Со, соба. Та, тако. Чи, чикуа. Цу, цумики. Те, тебукуро. То, томбо. На, насу. Ни, ниндзин. Ну, нуно. Не, неко. Но, нокогири. Так, вторую половину. А, вторая половина. Кто может прочитать вторую половину хирогана? Поднимите руку. Кроме Дениса никого нет? Так, давайте я прочитаю. Ха, хаши. Хи, хитоде. Фу, фусен. Хе, хеби. Хо, хон. Ма, маме. Ми, микан. Му, муши. Ме, мерон. Мо, момо. Я, я. Ю, юри.
Йотто. Раппа. Рибон. Руа. Лемон. Ро-ро-сок. Ва-вани. О-э-о-как. Ка-ван. Хорошо. Теперь катакана, которую мы проходили в прошлый раз. Так, а кто запомнил катакану с прошлого раза? Так, кто вообще был на прошлом уроке? Я. Денис. Только Денис. А другие все новенькие, либо которые не приходили только на прошлый урок? Я не приходила просто на прошлый урок. Ладно. Денис, можешь прочитать все буквы? Да. Только буквы. Хорошо? Хорошо. А, И, У, Э, О, Ка, Ки, Ку, Ке, Ко, Са, Ши, Су, Сес, Со, Та, Чи, Цу, Те, То, На, Ни, Му, Не, Но, Ха, Хи, Ху, Хе, Хо, Ма, Ми, Му, Ме, Мо, Я, Ю, Йо, Ра, Ри, ру, ре, ро, ва, ло, не. Хорошо. Так, давайте теперь книгу. А кто может прочитать книгу? Вообще всю книгу? Вика, ты была на уроках. Ты сможешь прочитать? Вика. Нет, я месяц не ходила где-то. Я забывала все время. Ладно. Так, давайте я прочитаю. Аримаска. У вас есть? Карепан. Хлеб, в котором есть карри. Карри гаримас. Есть карри. Джампан. Джам гаримас. Есть варенье. Меронпан. Мерон варимасен. Нет дыни. Но вкус дыни, конечно. Такояки. Это японская еда. Тако гаримас. Внутри осьминог. Вернее, нога осьминога. Щупальца. Икаяки. Икага аримас. Есть кальмар. Тайяки. Это сладость в форме рыбы.
Тай – это рыба, вид рыбы. Тай ва аримасен. Нет, тай. Тай – это рыба. А внутри сладкая паста. Вакаме удон. Вакаме га аримас. Есть морская капуста. Нику удон. Нику га аримас. Есть мясо. Удон – это суп с лапшой. Китсуне удон. Китсуне ва имасен. Нет, лисы. Китсуне – это лиса, но в самом супе нет мяса лисы. Зато есть жареное тофу. Абираге. А, онака иппай. Я наелся. Так. Теперь я буду спрашивать у некоторых людей, как называется блюдо. Как будет карри на японском языке? Вика. Как будет карри на японском языке? Так, ладно. Кто может сказать, как карри на японском языке? Поднимите руку. Денис. А на русском точно так же будет карри. Да. Карри. И немного поклинее. Хлеб, в котором находится варенье. Булочка с вареньем. Джамупан. Повтори за мной. Джамупан. Джамупан. Джаму – это варенье. Пан – это хлеб. Либо булочка. Хлеб, в котором варенье? Да, джамупан. А как называется японская сладость в форме рыбы? Таяки. Да. В этой сладости есть рыба? Нету. Хорошо. А в японском блюде такояки есть осьминог? Да. Да, есть. Очень вкусный осьминог. Так. Давайте перейдем на следующую книжку. А кто может сказать, как называется эта книга? Поднимите руку. Денис. Яичница, то есть яйца, тамаго, яйца.
Да. Вот так, а в другую сторону. Так, кто может прочитать книгу? Денис. Тамаго Ниватори. Наоборот, вначале Ниватория, потом Тамаго. Ниватори — это Ниватори, курица, Тамаго тамо, — это яйцо. курица. Да. Тамаго яйца, Ниватори курица. Набе мидзу конро. Тамаго юде мас. Хорошо, а перевод не надо. Набе — кастрюля, мизы — вода, кондо — плита. Тамаго юдемас. Варим яйца. Читай. Юде Юде тамаго. тамаго, Вареные юде яйца. тамаго, фурайпан абура конро тамаго варимас. Фрайпан — сковородка, абыра — масло, кондо — плита, тамаго варимас. Разбиваем яйцо. Читай. Тамаго якимас. Медама яки. Тамаго якимас. Жарим яйца. Медамайки. Жареные яйца. Тамаго мазе мас. Тамаго якимас. Омлет. Так, тамаго мазимас. Мешаем яйца. Тамаго якимас. Жарим яйца. Читай. Тамаго яки. Омлет. Тамаго яки. Из омлета делают Суши, суши. омлет. Суши. А Из роллы риса, делают? свеклу. А что? А роллы с омлета делают? Да, делают. А вот картинка. Забыла вам показать. Вот. Это омлет. Если использовать омлет. А в самой пачке нури это морская капуста. Читай дальше. Поищи тамаго. Оякотон дон бури тамаго-сан дойчи. Тамаго каке гохан. Ты прочитал уже это? И омурайс. Хорошо. Оиши тамаго. Омурайс. Вкусные яйца. Вкусные яйца. Оякодонбури. Часто говорят оякодон. Вы знаете, почему называют оякодон? Ояко — это родители и ребенок. Перевод — родители и ребенок. Почему? Потому что используют мясо курицы и яйцо. Получается, ребенок и мать. Тамаго сандоичи. Сэндвичи, в которых есть яйца. Тамаго каке гохан. Рис с яйцом. Да, с яйцом. Омурайсы. Омлет с яйцом.
Так. И все. Так. Тамаго мадзимас. Тамаго якимас. Нет, это читать не надо. Так, теперь я показываю вам фрукт, а вы отвечаете, как называется фрукт на японском языке. Это грейпфрукт. Как будет на японском языке? Поднимите руку, кто знает, как на японском языке. Денис. Грейпфрутс. Грейпфрутс. Да, правильно. Так. Как называется этот овощ? Томато. Помидор. Хорошо. Денис, подожди, не спеши. Груша. Кто знает, как называется груша? А, я не знаю. Груша. Вика, по-моему, мы проходили. И Лиза тоже. Я забыла. Сейчас я посмотрю в словарике. Искать в словариках можно. Я вспомнил. Нет, у меня не записано, к сожалению. Так. Денис. Я вспомнил. Денис. Наши. Наши. Да. А как называется европейское? Мы это тоже проходили. С другими ребятами нет, но... Йонаши. Йонаши. Да, европейская груша. А японская, она по форме как яблоко. Выглядит тоже как яблоко. Вот японская мы называем просто наши. Хурьма. Курьма. Кто был хоть один раз на моем уроке, кто был хоть один раз на моем уроке, он должен знать, как называется этот фрукт. Курьма. Поднимите руку. Помидоры похожи. Курьма. Поднимите руку. Каки. Каки. Эта курьма выросла у нас в саду. Так, мандарин. Мандарин. Ребята, вспоминайте, ищите в словариках. Так, кроме Дениса, кто-нибудь знает? Денис. Ремон.
Нет, это мандарин. А, микан. Микан называется. Так, а ты знаешь, думаю, что такое это... юзу? Юзу. Не знаю. Это фрукт, похожий на лимон. Ну, лимон и мандарин вместе. Юзу. Он очень ароматный. Так, как будет паприка на японском языке? Я не знаю. Ребята, которые были на моем уроке, точно должны знать, как называется паприка. Европейская и обычная. Паприка. Паприка. Пиман. Пиман. Паприка. Пиман. Так, это у нас симомо. Симомо это слива. Я ее не люблю. Симомо. Так, в конце. Виноград. Вика. Будоу. Правильно. Так, огурец. Вика. Кюри. Правильно. Картошка. Это мы все должны знать. Мы же проходили никодяга. Никодяга. Да. Мясо с картошкой. Вика. Джагаимо. Да. Джагаимо. Джагаимо. Хорошо. Так, лук. Денис. Таманеги. Да. Морковь. Так, Вика. Ниндзюнь. Очень хорошо. Ниндзюнь. Может быть, вы не знаете. Чеснок. Я знаю. Так, Вика. Нирику. Так. Ниник. Повтори. Ниник. 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 Так, шпинат. Вот это вот уже я не знаю. Шпинат. Денис. А я не знаю. А так. Ладно. Кто-то знает? Вика. Хоуренсу. Хоуренсу. Угу. Так, теперь цвета. Оранжевый. Сейчас,
Скажите, как называется фрукт и какой цвет? Вика. Сейчас я могу сказать цвет только. Цвет оранжевый — это дай-дай. Да. А вот фрукт я не понимаю, что это такое. Грейпфрут. Грейпфрут. Оранжи. Оранжи. Да. Оранжи оранжевый. Так, предложение. Грейпфрукт оранжевый. Грейпфрут ва оранжи иро десу. Денис, красный помидор. Акай томато. Акай томато. Хорошо. Томато га акай. Да. Так, японская паприка. Японский перец. Зеленый. Зеленый японский перец. Денис. Я только цвет могу сказать. Ладно, только цвет. Я могу все сказать. Давай, Денис. Книжки. У меня нет книжки. То есть ты... Так, а зеленый будет мидори. Японский перец пиман. Пиман ва мидори иро десу. Так, также зеленый огурец. Денис. Кюри га мидори. Хорошо. Можно еще говорить. Оранжевая морковь. Я. Денис. Ниндзен де оранжево дес. Ниндзин ва оранжи десу. Хорошо. Мы сегодня тоже проходили. Японская редька белая. Вспоминайте начало урока. Так, японская редиска. Дайкон. Широй дайкон. Белая японская редиска. Широй дайкон. Так. И в конце сиреневая слива. И Вика, и Лиза присутствовали на уроке, когда мы проходили цвета. Сиреневая слива. А как будет слива? Слива с момо. А тогда получается мирасаки. Фиолетовый это мирасаки. Еще раз, как слива? Симомо. Симомо. Мурасаки. Мурасаки. Это Вика. Фиолетовый. Так, Вика. Мурасаки. Симомо. Мурасаки иро но симомо. В предложении. Мурасаки иро но симомо. Хорошо. Хорошо.
Я хочу уже с вами попрощаться. У нас заканчивается урок. Да. Да. До свидания.